плохой кролик. Хакеры пытались совершить атаку на крупнейшие российские банки. Специалисты уверены, сработал вирус-шифровальщик BadRabbit. После попадания в компьютер он шифрует все файлы. Дальше вирус предлагает заплатить за разблокировку на специальном сайте. Вирус проник в систему киевского метро, а также аэропорта Одессы. В России атаке подверглось информационное агентство «Интерфакс». Работа почти всех сервисов российского СМИ была заблокирована. Вслед за «Интерфаксом» встал сервер петербургского портала «Фонтанка.ру». По данным специалистов, компьютерные системы российских банков не пострадали. Их системы защиты оказались подготовленными к подобным атакам.